Энерджи в Нячанге. Пустырь в южной части. Зал Мандари. Тут виден европейский квартал с отелем. Здесь, я бы сказала, тишина, но здесь не тишина. Здесь строится большой шатер. Здесь пол Нячанга играет футбол. Мяч. Просто приезжают на велосипедах пообщаться. И вот такой вот притягательный шатер. Меня он тоже притягивает. Интересно, это было или будет? Потрясающе, трэш полный. Уехал, наверное. Но все равно здорово. И луна. Уехал цирк. Уехал. Чукман на мой. Чукман на мой.